как бы здесь правильно будет. Здесь инвалид, кабинет доверия двойной. Здесь планируется немножко цена. На втором лаборатории, там переделка кабинета, единственное, на втором работает амбулатория семейной медицины, которую... Значит, что здесь будет стоять дверь, и надо будет за амбулаторией. И как бы в торце кабинет врача. И у нас есть старый пока. Вот. Там холл. Мы с вами находимся на территории 8-й городской клинической больницы. Инспектируем ход ремонтных работ в поликлинике 8-й больницы. Эта поликлиника построена в 1965 году. И с момента постройки не было не то что капитальных ремонтов, никаких ремонтов здесь не было. Сейчас ведется капитальный ремонт городским управлением капитального строительства. И надеемся, октябрь-ноябрь месяц ремонтные работы будут закончены. Департаментом здравоохранения закуплено новое оборудование, новый рентген-аппарат и оборудование, которое было в заявке главного врача 8-й больницы. После завершения ремонта в поликлиническом отделении будут развернуты консультативные кабинеты врачей-специалистов всех профилей. Кроме этого, планируется создание травмпункта, которого нет в Киевском районе, где будет травмпункт для жителей Киевского района, ну и для отдыхающих наших. И еще параллельно будут развернуты для социальных служб, для инвалидов, поскольку больница занимается вопросом реабилитации и адаптации инвалидов, то здесь будет социально-медицинская комиссия для инвалидов Киевского района и в перспективе всего города. Будет сохранена работа амбулатории семейной медицины. Так что мы очень надеемся, что поликлиника будет оказывать как консультативно-диагностическое подразделение больницы помощь в полном объеме.